Привет, друзья! Скоро Пасха. Обычно красят яйца. Но мы в яркие цвета пищевыми красителями не красим, потому что у нас вот такие вот коричневые яички. Как муж шутит, уже крашеные несутся. Их несут ломан-брауны. Вот такие это ломан-брауны. Мы еще их ласково называем котята, потому что они безумно ручные. Сейчас мы дали зелень, и они довольно бегают. Но они совершенно не боятся рук. Они не против, чтобы их гладили. Даже когда их на руки взять, они очень смирно себя ведут. Да, это вот мой сынок гладит. Они совершенно не шарахаются. Да. А когда мы в огород выпускали на свободный выгул, они следом ходили и вот так вот кокотали. Вот ходят рядышком, разговаривают с хозяином, наверное, что-то рассказывают. Вот такие вот. Вот он сидит рядом со мной. Ну, котенок. Это котенок, а не курочка. Вот такая вот прелесть. И несутся очень хорошо. Все, спасибо за просмотр. Ку-ку-ку, да, так и хочется с ними говорить. Все, пока-пока.